Это мне тоже какие-то странные сообщения после начали писать. Типа, встретились с Андреем, вроде все заебись. Вроде не ненавидит меня, уже неплохо. Мужик ответит. Блядь, ну это вообще ни при чем здесь. Фасолька? Фасолька, что именно вас интересует про фасольку? Фасолька сейчас является мне лучшим другом, не в обиду Вове, но это так и получилось за последнее время. А, 3 года? Я думаю, знаете... Ну ничего, через 3 года я тоже перестану быть ему другом. Извините, пожалуйста. Как 3 года подвести? Именно по... Ну я думал, он не сильно обидится, но мы реально пиздец-ка решились вот за это время, прям вот пиздец-пиздец.